кошек, мне кажется, немного такое какое-то, ну, безразличие или что ли. Ну, я не думаю, что он испытывает какой-то прям там букет эмоций. Ему просто комфортно и удобно. Вот она реально комфортная. Он ее лепит под себя, как ему надо. Но не станет ли ему скучно? Ну вот, обычно, знаете, одну выбирают себе, чтобы жить с ней, жилу, с которой вот ты пойдешь как друг по всей там жизни, вот она всегда тебя будет поддерживать, ну да. А где-то на стороне будет та, которая зарядит тебя эмоциями.